Привет, ребята, как дела? Здесь все хорошо. Жизнь хорошая. Я думаю, что Россия старалась меня, как сказать, забрать себе нелегально и там издеваться надо мной и в конце меня убить. Американская армия, американская вооруженная сила это остановила. Вообще я с ними. Да. А как это кончить войну? Что-то. Может быть, другие страны тоже войдут в войну. Ну, кто знает. Да. Мне тоже все на нервах действует. Я не совсем как у вас, но я тоже там, не скажу, страдаю. Ну, все хорошо. Курю сигареты. Как ты живу? Все вообще нормально. Не знаю, как долго эта война будет продолжаться, но надеюсь, недолго. Это было совсем бессмысленно и, так сказать, трагическая война. Ну, давай, поговорим.